Югорчанам стало удобнее добираться до Шерегеша. Это популярный российский горнолыжный курорт в Кузбассе. Авиакомпания ЮТР запустила прямой рейс из Сургута в Новокузнецк. Это ближайший аэропорт к месту активного отдыха. Полет на новом направлении составит 2 часа 45 минут. Цена билета, так сказать, налегке, то есть только с ручной кладью в одну сторону, обойдется 4,5 тысячи рублей. А со своим снаряжением или багажом чуть больше 8 тысяч рублей. Отмечу, раньше любителям горных лыж и сноубординга приходилось добираться до Шерегеша либо через Новосибирск, либо ехать на поезде и автобусе почти двое суток. Ну, прямой рейс вот авиакомпании ЮТР с 8 числа, который начал летать, он, конечно, удобнее, потому что он занимает всего... То есть он прямой, он занимает 2,5 часа время перелета, но не совсем удобно, потому что это вторник. Хотелось бы, чтобы был еще дополнительный рейс в выходные дни, допустим, чтобы выехать с ребенком, да, на каникулы, это удобно, потому что выходной будет. А по цене как вам? Ну, по цене, в принципе, доступно. Это дешевле, чем другие курорты, такие как Роза Хутор, Эльбрус, там, это ближе. Ну и вообще сам отдых в Шерегеше более доступен, чем на других курортах.